меня такой стиль. Я решил на плей-офф Единой лиги ВТБ и на финал Евролиги выкрашивать волосы в красно-синий цвет. И кто знает, может быть, именно это станет символом в дальнейшем, и все болельщики будут делать то же самое, и мы обязательно будем побеждать. Это круто, потому что все знакомые, все родные лица. Здесь нет ни одного нового человека, которого я не видел бы раньше. Люди, которые всегда летают на финалы четырех, люди, которые с командой следуют по всей стране. И здесь та же самая атмосфера, что и всегда. Я знаю, что они будут кричать. Я думаю, года с 2004, когда еще Ивкович был в ЦСКА, сколько получается, лет 15-16, как пришел, ну, очень просто, смотрел по телевизору, пришел в ЦСКА, ну, и, в общем, с тех пор остался, едем на финал четырех. С Берлина 2009 года я тут пропустил Париж, то есть там сколько было, 9 или 10 финалов четырех, можно было еще раз поехать, но, да, к сожалению, в этом году очень жалко, что из-за ковида в Кёльне не пускает болельщиков. Было бы очень круто сделать в Москве, потому что, ну, меньше, но хотя бы какие-то болельщики были бы. Но что есть, то есть. Поэтому здесь собрались с ребятами, с кем мы часто ездим, посмотреть все вместе баскетбол. Предположу, что все-таки баскетбольный клуб ЦСКА без поддержки не останется. Но у них был опыт в течение сезона играть в пустых залах, не в пустых, может быть, там организаторы шум какой-то этот фоновый придумают, не знаю. Но я уверен, что отсюда нас будет слышно, так что лишь бы играли хорошо. Вообще это очень ответственно, но главное, знаешь, не забывать, для чего вы здесь, просто играть в баскетбол. Игра не меняется. Меняются эмоции, обстоятельства. Сейчас, видишь, такой тоже непривычный формат без болельщиков, но я надеюсь, что команда чувствует нашу поддержку отсюда, да, как-то, и это поможет им. Третья четверть считается ключевой, поэтому это может быть сложно, но я вижу, что у команды есть еще вот это место для прогресса, где и чего добавить. Тренер сейчас внесет корректировки, я надеюсь, что все получится. Не такая большая разница, но пока просто игра сложно складывается.